Сейчас мы со мной. Давайте, пойдемте со мной, я вам сейчас расскажу. Юля, бери, пожалуйста. Значит, но мы немножко еще поправили ситуацию. Мы сделали этот турнир с призовым фондом, с небольшим для всех участников. Вот. Поэтому вы, кто попадут в призы, вот, и рядом будут с призами, ну, немножко что-то получат. А сейчас мы хотим пригласить сюда самую юную и самого юного участника. Итак, самая юная участница турнира – это близнюк Кристина, 21 мая 2010 года рождения. Кристина! Кристина Близнюк, вы приглашаетесь на сцену. Сколько лет? 6 лет. Школу хочешь? У Кристины еще сестра есть, родная, тоже играет в шахматы, на курс постарше. Кристина Близнюк, тебе аплодисменты. Поделится призом, вариант. Самый юный участник турнира — Комаровский Андрей. 6 лет. Андрей Комаровский, вы приглашаетесь на сцену. Аплодисменты Андрею. Молодцы, ребята. Молодцы. И, конечно, хочется поприветствовать Алексея.